Далее, под видео об материале, который используют Армани в коллекции 22 года, задали вопрос. Раньше был кристаллон, одна и та же ли эта ткань? Я сказала, что материал называется, который он использует, Монорей или Монорай. Я зашла после этого видео, я дальше ищу информацию, конечно же, дальше ищу, где же эти ткани сегодня, какие есть варианты современного преподнесения этого материала, поскольку этот материал был не только сегодня, он был более 20 лет назад, Монорей. Насчет кристаллона. Есть кристаллин, кристаллон, есть Монорай, Монорей, есть зеркальный атлас. Значит, зашла на одну из страниц, на один из сайтов оптовиков. То есть там разные со всего мира фирмы, текстильные фабрики представлены. Монорей, во всяком случае, те посредники пишут, что относится к атласным материалам. Я бы не сказала, что этот материал является атласным, но так пишут, так что можете искать и среди атласов. Все-таки атласы, сатины — это немножечко другие материалы. А вот кристаллон и монорей — это, можно сказать, практически один и тот же, но чем отличался, допустим, кристаллон, с которым знакома я, от монорея? С лицевой стороны вот эта блестящая поверхность, а с изнанки кристаллон белый, а монорей черный и даже как будто бы такой мягкий, прям как хлопковый. А кристаллон, он абсолютно синтетический такой, вот скользкий с изнаночной стороны. Вот в этом была визуальная и тактильная разница. Что предложит сегодня производители этих материалов? Может быть, уже появились и появятся биэластичные, то есть растяжимые и по долевой, и по поперечному направлению материалы, направлению нити, я имею в виду. То есть будем смотреть, будем вникать. Но опять-таки я повторюсь, то, что закупают дома высокой моды сегодня, может быть нам недоступно сейчас или может быть недоступно вообще, потому что дом моды может выкупить право, чтобы только у него был такой материал, вот именно такой вид монорея. Так, кстати, монорея бывает не только для одежды, но и шторный. Те, кто работают со шторами, должны быть очень хорошо знакомы с этим материалом. Думаю, достаточно подробно я ответила.